Ямал готов к выборам президента России. Об этом сегодня заявил глава Ямальского избиркома Андрей Гиберт. Вопросы, касающиеся проведения единого дня голосования в нашем городе, обсуждали на заседании выборного штаба в администрации. 18 марта в городе будут открыты 10 избирательных участков. Они начнут свою работу в 7 часов утра. В помещениях для голосования, в том числе и в территориальном избиркоме, установлены камеры видеонаблюдения. Причем камеры будут установлены так, чтобы можно было видеть кабины для голосования, столы, за которыми работают члены участковых избирательных комиссий и помещения по приему протоколов. Муравленковцы внимательно следят за ходом избирательной кампании и пойдут на выборы всей семьей. Я обязательно пойду на выборы. Я в первый раз голосую. Для меня очень важно будущее нашей страны. Будущее поколения все-таки все зависит от нас, от нашего выбора. Гражданский долг – это раз. Ну и так мы с семьей решили – это два. Вдвоем идем. Конечно, пойдем на выборы, потому что решается судьба всей России. И голос каждого важен для нас и для всей страны в целом. Обязательно пойду, потому что это будущее страны, наш выбор. Конечно. Ну, потому что, во-первых, долг наш, надо свой долг как бы осуществить. Ну и, само собой, хочется, чтобы в стране был хороший президент. Обязательно пойду на выборы. Надо же выбирать лидера. На участках будут работать волонтеры. Их оденут в специальные ярко-синие жилеты с ямальской символикой и надписью «Волонтер». Ждать от этой работы ничего не нужно. Здесь нужно только получать удовольствие и оказывать помощь тем, кто нуждается в этом.